У нас очередной выезд. Едем на озера по Луковецкой технологичке. Едем втроем, денька на три. Вот. Едем в поисках окуня, опять же. Ну, будет щука, значит, будет. Лучше, конечно, окуня подолбить. И окуня нужно хорошего, мощного. Сейчас собираю ребят, загружаемся за продуктами и выезжаем. В общем, у нас все, выезд, затарились в магазине. Ванька. Всем привет. Всем привет, Рома. И Миха. Все, мы погнали. Не доехали мы до нужной своротки 2 километра. Что-то у нас случилось с машиной, точнее с генератором. Сел аккумулятор. Мимо приезжали мужики, нас прикурили. Пошла зарядка. Проехали еще буквально, может, километр. И снова сдохли. Так что сейчас выгружаем мототехнику и будем двигаться дальше на ней. Ваня сидит, переодевается. Значит, что-то делает, да, кому-то. В общем, не все так просто, как хотелось бы. Прибыли на озеро. На этом озере избушка занята. Мимо приезжали, там стоят мотособаки. Мужики спят. На проезжем озере тоже избушка занята. Оттянулись к берегу, завалили сухару. Сейчас готовим горячую пищу. Ну, у нас есть ход конем, у нас палатка, печка, раскладушки. То есть автономный дом взят. Вот поставил пока 7 жерлиц, а хотел поставить чертову дюжину, но не успел. Самое первое, которое воткнул, только что сбрякало. Сейчас пойдем посмотрим. Первая поклевочка, даже если пустая, нужно снять в любом случае. Мотало полностью. Есть? Да, есть. Небольшая. Шнурок. Шнурик первый попался. Тут таких щук делал, у него стыд, даже у него хвост обгрызенный весь. Ну вот, как сегодня и обещали, плохая злая погода. Где-то будет примерно до 3 часов дня. У меня было 5 сработок на жерлице. Может, только одного с утра взяли. А так, видимо, окунь балуется. Сдергивает живца. Сейчас подъезжал к мужикам, ночуюсь в этой маленькой избе. Вот они сегодня домой уезжают, оказывается. Нужно было к ним сразу подъехать. А мы уже поставили в лесу дом свой, автономный. Ну, значит, избу займут другие люди. Наверняка сегодня кто-нибудь снова приедет. С завтрашнего дня погода обещает хорошую. Вот, но по рыбалке за 2 дня у мужиков... Неважно. На жерлице поймали одну щучку. Одна была сработка. Но вот сейчас надыбали тут один пятак с окуньком. Одного окуня достали хорошего. Я также буду искать. Прогноз погоды сегодня сходится. Начало немножко выяснять. Перестал идти дождь. Ну, ветер такой примерно, да, 7 метров в секунду. Рыба ловится, но рыба ловится не та. Я уже набурил добрую 100 лунок. Иду тут по маленькому свальчику, на мель, на глубину. Ищу, но клюют только одни живцы. Продолжаю ставить жерлицы. И вот так вот по
потихонечку царапаю вот такие кушки. Ну, грамм по 100 там вот, один может грамм 150. Озеро Балка сегодня молчит. Жалюзи молчат. Парни там у меня спят. Я вот сейчас нашел свал. И буду этот свал облавливать. Да, сегодня скудный улов, конечно. Вот за весь день. Вот столько у меня кушков. Много было мелочи. Много было отпущено. Но ни одного такого зачетного. Хотя бы грамм на 300, на 400. Ну вот, наконец-то вечерняя зорька. И у нас три флага загорелось одновременно. Ну давай, смотрим. Смотка полностью. Ага, вижу. Есть что-то. Тяжело идет. А, как лямка идет. Ух ты. Вот-вот-вот. Не торопись. О, вот Леха. Леха хорошая. Ты ее бьешь-то? Вот, сработало еще две жерлицы на вечернюю зорку. Сам еще проверяет. А, есть. Посмотрю. Говорит, что есть. Скрипит? Ну, хорошо. Скрипит. Блин, руки какой-то, как у негра. Раньше в баню ходил, вот так же у нас. Киложка. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Красивая, пятнистая. Да? Есть, да. Хорошо. Ух ты. Я им еще говорит, есть. Киложка, киложка. Или окунь хорош, нет. Красивый, красавец. Ну, тигра. Тигра. Согласен. Не съедет он. Да не съедет, нормально. Нормально. Да он по-любому с нее съедет. Он сказал, что ему так удобнее. Ну вот как-то так. Ладно, вот мы с собой такие вот доски широченные привезли. Сделали лежак. Ну вот, выспались. Ванька уже сходил с утра, снял две щуки. Еще видно две сработки справа, две сработки слева. Вот такая щучка. Совсем крупная, конечно. Ну, двушка, полторашка. Пойдет. Сегодня ночью был мороз такой нехилый. Вулка, сантиметровый лед. Утренний, так сказать. Две, там две сработки. Что, зацеп? Да. Тяни уж как есть. А тяни, пофиг, брось. Миш, в этом берегу, ну,
коряк. Ну так тащи уж что. Оборвец, оборвец. Не хотелось бы. Ну а что сделаешь-то? Ты же не будешь за ней нырять. И рыба есть, и коряга есть. Там, наверное, палтус сосался, знаешь, в дно. Ты его из дна достал, этого палтуса. Что, рыба есть? Бьется? Бьется. Подожди. Рыбу не вижу, вижу грузило. Давай, замерзай. По крючку. Так я крючок в коряге. А ты начал его? Попробуй выдернуть. Приехали на другое озеро. И у нас здесь сработки, сработки. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сработок. На том озере у нас попалось за ночь три щуки всего лишь. Оборвали две жерлицы, маялись там с коряжником и тому подобное. Сейчас здесь проверяемся и уезжаем на другое озеро. Шнурок. Ну что, хорошо? У нас второй день, ищем окуня, щуку. Щука вроде как есть, а окуня нет. Окунь не клюет. Ну, вот такие вот небольшие кушки попадаются. 150-200 грамм. Но такие нетрудовые. Лунок поставишь десяток. Одного поднимешь. Ванька на камбузе. Делает вкусную жареную картошку. У нас очередная беда. Ну, такая беда шутевая, но под замену все равно. У нас разжевало каток. Хотя подшипник не заклинило. Подшипник нормальный, все хорошо. Каток вращается. Но порвало резину. Ну, минут на 15 ремонта, и все будет хорошо.
пока я ремонтируюсь, тут Ваня сидит и окуней ловит. Да, пытается. Офигеть. У меня пока ремонтик. Ну все. Ну, заменил. Все исправил. Посмотрим. Самое главное, чтобы его не разжевало. Сейчас сделаю протяжку и все. Ну вот, конец второго дня. Ванька лег поспать. Сейчас приготовим еду. Ваньку подниму. Покушаем. И ляжем спать все. Сегодня погода была шикарная, но по рыбалке никак себя не проявила. Мужики давят харпуна. Оп, оп. Опа. Ванька в дровах спит. И Рома также. Вот. Я поставил вкусное блюдо на печь, подтопил. Вот сейчас у нас будет готовая скоро щука в сметане. Наше коронное, так сказать, блюдо. Оп. Оп. Вот гречку он поставил вариться. Поздний ужин у нас. Опа. О, вот такая вот вкусная вещь томится на печке. Готовая. Блин. Ванька, есть варежки, нет? Ща. Угу, сейчас сниму. Опа. О, все. Ванька резко сидит. За обе щеки. Все, да. Сейчас перекусим и на боковую. Уже расцветает. Куропатки бегают, орут в 100 метрах от нас. Утро нового дня. Позавтракали, раскачались. Уезжаем на рыбалку. Ванька сходил уже, снял 3 щуки. Щука добротная. Время 11 утра. И такое пекло. Где-то через час, через два расквасит весь наст. Ну, вот такая вот отличная погода. А рыба не клюет. Озеро очень капризная. Днем не было ни одной сработки на жерлице. Только вот с вечера, с утра. Окунь на удочку не берет, не хотит. Сегодня за весь день, может быть, поймал десяток таких с ладошку, грамм по 100-150. И все. А крупного окуня нету. Вот сегодня еще переночуем. И завтра утром будем выбираться к машине. Пришло время ехать домой. Собираемся. Сегодня все хоть нормально выспались. Упаковываем шмотки и едем к машине. Там еще у нас маленькая проблемка будет с машиной. Вот, сейчас будем думать, что да как нам отсюда выезжать. Ну вот, а так по рыбалке
можно сказать, и хорошо, и не очень. Окунь не клевал, окуня в яде нашли, ну и щуки вон кузов наловили. Щука, она есть щука, она висит. Приехал у меня батя, привез с собой два аккумулятора, поставили сейчас один, вроде бы зарядка идет какая-то, а вроде бы и не идет, но едем, что-то они отстали от нас. А вон они, Ванька, догоняют. Все, поехали. Едем без света. Посмотрим, что будет. В общем, на трассу выбрались. Вся машина. О! В грязюке. Тут вообще у нас просто ад. Дорога тяжелая. Ну, вроде бы пошла зарядка у нас, так что едем пока дальше. Сегодня погоним на диагностику машину.